Друзья, всем привет! А вы знаете, бывают такие моменты в жизни, когда все складывается, как будто вы попали в поток. Правильные люди, правильные события, нужная информация, встречи и так далее. Как будто бы все складывается, как будто вас преследует фортуна. Это бывает тогда, когда вы начинаете реализовывать свой закон жизни. Если вы посмотрите на свой бодиграф, это Юпитер с красной и черной стороны. Это ваш закон жизни. Это то, где живет ваша фортуна. Оказаться в нужном месте в нужный час. Встретиться с нужными людьми и сделать все вовремя. Как будто бы все складывается в поток, как будто бы пазл собирается сам по себе. Это происходит именно тогда, когда вы прикасаетесь и начинаете реализовывать и проживать свой Юпитер, свой закон жизни. Приведу пример. Например, мой Юпитер находится в 46-х воротах. Это ворота в G-центре. И он рассказывает нам о том, что наше тело – наш храм. И нужно всегда проявлять внимание к своему телу. И нужно заботиться о нем так, чтобы когда ты смотрел на себя в зеркало, ты говорил: «Кайф, я себе нравлюсь». Поэтому для меня неприемлемо, например, не заниматься спортом. Всю жизнь я хожу в зал, я занимаюсь джиу-джитсу и так далее. Если я прекращаю это делать, у меня прекращается денежный поток, все разваливается и ничего не получается, как только мое тело не в порядке, а самое главное, не нравится мне самому. Посмотрите, в каких воротах стоит ваш Юпитер. Это именно то место, именно тот закон, который вам необходимо соблюдать. Именно здесь вас ждет удача и фортуна. Приходите на чтение, разберемся с вашим дизайном, я дам вам правильные рекомендации, как добиться успеха в той или иной области жизни. Всем пока, до скорых встреч.